Всем привет! Сегодня мы будем с вами плести браслет, который из себя представляет не что иное, как обычную четырехслойную цепочку. Он очень простой, поэтому можно придумывать различные узоры. Здесь будет сложно запутаться. У меня есть один вариант вот с таким диагональным узором, с полосками. Но учиться мы будем с вами вот на этом радужном. Получается в ширину браслет примерно 2 сантиметра, и чтобы его сделать, нужно около 110 резинок. И что еще хочу вам сказать, этот браслет мы с вами делаем сегодня по заказу одной из моих подписчиц. И я всегда говорю, что не стесняйтесь оставлять свои пожелания, что вы хотите еще увидеть. Я никогда не обещаю, что я смогу все выполнить, но мне, конечно, интересно узнать, что вам нравится. Например, я как-то пробовала поэкспериментировать и сделала пару поделок на станке, и мне показалось, что они вас интересуют меньше, чем те, которые на вилках, и поэтому я больше делаю уроков именно на вилках. Так, начинаем мы с одной черной резинки, которую мы одеваем крест-накрест. Дальше у нас идет ряд красных. И мы плетем. Раз. На эту черную резинку мы позже оденем крючок. Дальше мы берем следующую черную и одеваем на одну из вилок. Теперь начинаем оранжевый ряд. И одеваем черную резинку с другой стороны. Пустим так пониже. И плетем. Красный ряд поднимается наверх. Наши обе черные резинки остались внизу. И мы делаем желтый ряд. Снова черный. Нет, сначала мы поднимем наши оранжевые. Теперь на зубцах у нас осталось только два ряда, черный и желтый.
И мы можем наш черный тоже поднять наверх. Зеленый цвет. Поднимаем желтые резинки наверх. На зубцах у нас остается только зеленый и черный. И это значит, что черный можем поднять и одеть следующую. Все, можем делать следующий ряд. Голубой. Как вы видите, запутаться здесь достаточно трудно. Сейчас мы сделали все 7 цветов радуги, и дальше мы продолжаем точно так же. Следующий цвет будет красный. И мы продолжаем до тех пор, пока не доплетем до нужной нам длины. Вот как это выглядит. Наш браслет почти готов. Я уже одела крючок в начало, и сейчас я покажу вам, как закончить и застегнуть. Доплетаем последний ряд, пока ничего нового. Снимаем черную резинку. Все, теперь на зубцах у нас остались только фиолетовые. И мы начинаем собирать их в середине. То же самое будем делать с другой стороны. We'll be right back.
теперь нам понадобится последняя резинка, через которую мы проденем вот эти все оставшиеся. Я очень надеюсь, что этот урок был вам полезен. Не забывайте выражать свою симпатию в комментариях, оставляйте мне большой палец вверх, подписывайтесь на наш канал и включайте меня еще. Я желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока!